Привет, Ури, мои китички, китюны. У меня обеденный перерыв. Глядите, что я хамкаю. Мне зямушка принес прямо на работу пельмешики. Каже, я себе варив. И решил тебе сюрприз сделать. Принес на работу, потому что у нас дождь начался, чтобы я не шла на обед аж в столовую. Бо, честно говоря, от моей работы до той столовой, якой нас кормят сейчас, далеченько. Це не та, которая енергетик, а сказка називається. Ну і плюс ми ще з Кіріоном по різним вахтам. Мені нема даже з ким піти в ту столову. Поэтому питаюсь своїм. Своїм, як сказати правильно, добром. Питаюсь своим питанием. Тавтология получается. Пельменчики от Гали Палуваной. Мы с собой их привезли. Я вам показывала. Правда, взяли только две упаковки. Ну, нам на какой-то период времени хватит. Это сегодня так вот решили прям пополнить просто пельменчики. А щоб була економній, я отакий нехитрий супець варю з пельменями. Картошинку туди можна, морковочку додати, зеленушечку. І вмісто фрикадельок бросаю пельмешки. Дощ пустився. Но він не нужен. На городі земля суха-сухенна. Зараз пообідаю. Дальше буду делать дела свои. Делишки. У меня на окнах сейчас занавесок немає. Я той раз, когда приезжала, хотела их с собой забрать до дому постирать. А потом думаю, что я буду их тащить аж до мамы туда стирать. Якось думаю, переполощу тут, в Чернобыле. Вот. Я оставила их, они у меня сложены на работе. Надо забрать и в общежитии нагреть воды, пару чайников. И прям вот в ванной замочить и постирать. Я надеюсь, что у меня это получится. Тюль, конечно, легче. Вот, а сами шторы... Конечно, буде сложновато, потому що вони великі. Та ще 4 штуки. В общем, побачимо. Поки у мене зараз занавісок нет. Світ вовсю хорошо падає. Єдине, що коли сонце, то понятне діло, що жарко в кабінеті. Надо ж все-таки прикривалися якось воно. Мені там хтось із вас писав, що можна купити таку типу пленку, яка отражає, як фольга, вона похожа на фольгу, але вона прозрачна в то же время. Це ви мені писали, щоб я там у мами так на еркері зробила. Вот. У мене тут в кабінеті було так зроблено, от ця от бумага, яка типу фольга, була наклеєна тут в кабінеті. Ну так як зараз у нас вмісто стекол натягнута пленка, то її вже наклеїти не можна. Так би я наклеїла і, може б, навіть і не вішала ті пилізборники, ті занавески. Ну так як на пленку, я не знаю, як його приклеїти, ту фольгу. Скотчем може якось приліпити, бо в мене ще пару рулонів залишилося. На шкафу так і валяються. Валялись. Я їх зараз переложила в друге місце. Пока дощ, воно не так жарко. Завтра було сонце, то, звісно, сложновато тут знаходиться, коли прямі лучі прямо. Не знаю, скільки він буде йти, цей дощ, але я рада, що він йде, дуже рада.
И для клубники надо, конечно. В этом году клубника ужасно. Я вам показывала, снимала, что завязи мало. Опять же, тоже мне вы пишете, некоторые из вас, у кого клубника, что поганый урожай в этом году. Ну и плюс, вы знаете, все-таки урожай урожаем, плюс каждый год мы стараемся, когда она цветет, ее поливать надо. Она дуже-дуже любит полив, вот именно в период цветения. Естественно, в этом году, який там полив був. Вот. И плюс неурожайний год. Вот и результат. Вообще клубники ноль. Ну, есть, конечно, но не в том количестве, в якому в прошлом году зямуха каже, я не знав, де її дівати. Каже, тебе немає, я ж в прошлом году у доці була. Він і заморажував, він її вже й перекручував сахаром. Ну, хочу вам сказати, що це все діло пропало. Тому що світа не було. В холодильнику дуже багато продуктів у нас пропало, в тому числі і продукції Галі балованої, пельмені в мене були в морозильній камері заготовлені. І я там брала і голубці і на пробу, і хтось із вас мені теж советував рибні котлети від Галі балованої. Ми так їх і не попробували. Все пропало. Завонялося в холодильнику. У мене дуже було багато заморожено зелені, там укропчик, зелена цибулька в морозилці була. Все це, звісно, пропало. В тому числі і ягоди були заморожені. Навіть шелковиця була морожена, представляєте? Все-все-все почистую. Ну, нічого страшного. Це не саме страшне. Я завжди говорила, я говорю і буду говорити, що це все встановиться, все. Нельзя встановити тільки людські житті втрачені, а то все ерунда. Поэтому, як говориться, не жалко. Жалко у пчелки. Будемо вважати, що ми його це все оприходували, з'їли. Я пью кофеечком. И все. Вот такой у меня обед нехитрый. Конечно, еще время есть. Обеденный перерыв не закончился. Но я, блин. Маруся Климова, прости любимого. Капнула. Не знаю, будет теперь пятно отстирается или нет. Бо это у меня такая кофточка. Между прочим, секонд-хендовська. Ну, це натуральний шовк. На ній, блін, остаються, от тільки десь якесь те саме, а сразу п'ятно. Ну, я її дуже люблю. Вона така приємна до тіла, просто невероятно приємна. В ній не жарко, в ній не холодно, от просто комфорт. Ну, шовк, коротше говоря, що й говорить. Я чого-то навіть ніколи не обращала внимання. Чого вона производства? Є там ярличок чи ні? Інтересно, подивіться. Це мені цю кофточку. Вона хоч і з секонд-хенда, але мені її, так сказати, перепало мені. Просто віддали. Я її люблю. Це маєчка. Це не кофта, а просто майка. Майкою зроблена. От. Без рукав, бачите? Я так зверху накинула якусь тунічку і вперед. От з утра, кстати, коли було жарко, то я в ній тільки сиділа. Це я зараз вже зверху накинула такий лапсадрак. Лапсердак. Лапсердак, чи як це кажеться? Лапсердак, так. Да. Це я сьогодні так от на роботу прийшла. О. З цією сумочкою. Я сюди телефончик кладу. Ключики. Тут у мене дозиметр. От нам видали на вахту. Це я його прицепила на сумку. Коли йду на вулицю, то я його одіваю сюди. От. А зараз я його зняла, тому що я убирала, підмітала, наклонялась. Боюся, щоб не потеряти ніде.
то поцепила на сумочку. Надо будет поцепить обратно. Вообще, по правилам, он должен быть постоянно на нас. В принципе, я его цепляю, все время ношу его. Это так, я же кажу, что нахилялась, убирала, подметала тут. Доубірувала, скажем так, потому что в прошлый раз еще не все повыносили. И еще там за кабинетом еще стоит гора этих. Мусора. Осколки еще до сих пор. Вроде бы так, наче все вимила, а все равно десь под шкафом, десь там под окнами, знаете, под столами, десь что-то да осталось, какие-то стекляшечки. Угу. Так, надо поцепить дозиметр, чтобы не забудь. Действительно, что это я сюда прицеплю на майку. Еще лучше на кофту. Не, лучше на кофточку. Угу. О. Вот так вот. А в конце вахты треба его будет сдать. И потом специалисты определять, какое количество чего мы накопили. Ой, ну что, все тоді. Тетюньки, пообедали мы вместе с вами. Я, вернее, вместе с вами пообедала. А вы, я не знаю. Кто обедал, кто снидал, а кто вообще ничего не робив. Все тоді. До следующего влога. Буду заниматься работой дальше. Работы не початый край. Все треба восстанавливать, все треба опять вводить, все по новой, все. Ой, но мне это нравится. Вот, так что вот таке я люблю. Кропотливую такую работу, когда из всяких маленьких мелочей создается что-то уже потом более веское, да, и есть результат, когда ты видишь результат своей работы, это обожаю просто, когда вот так вот оно по мелочам и выстраивается целый комплекс тех или иных задач выполненных. Завернула щось так. Ну да ладно. Я, кстати, себе всегда на мысли ловлю, что тогда, конечно, после школы я в собі цього не разглядела. И не то, что не разглядела, а якось ніколи даже не задумывалась над тем, что я бы могла пойти в стезю вот, хирургии, особенно микрохирургии. Вот, потому что вот, я люблю, я же вам кажу, что вот такую мелкую работу, мелкую. Вот. И конечно, для этого надо было не лениться, потому что поступить в медицинское учреждение, естественно, что это великий труд и нужно иметь великие знания для того, чтобы поступить и не просто шалтай-болтай будь, а именно достичь каких-то нормальных результатов, да, стать хорошим доктором. Ну, это было лень, это было, знаете, есть люди, которые прям вот с детства знают, что они хотят стать доктором, например, да, или там, тем более хирургом, да, там микрохирургия глаза и так далее, вот, или нейрохирурги. А у меня что дійшло? В театральной девка хотела. А сейчас, вот, когда я стала взрослым человеком уже, да, зрелым, так скажем, вот я понимаю, что мне бы это было бы мое, вот мне нравится этим заниматься, вот такими вот мелкой работой, яка потом приносит прекрасный результат. Повторяюсь уже. Ладно, китвеньки, то уже философия у меня пошла. Все, давайте будем до свидунькаться. Целую, люблю ваш целион. Конечно же, все будет добре.